Only God can save us. Не знаю даже, как рассказать. Да и кому расскажешь, не поверят. В общем-то, история эта началась еще в моем детстве. Я был очень воспитанным мальчиком, всегда здоровался со всеми, уважал старших. В 6 лет мы переехали в новый дом, где я живу до сих пор. И представляете, каждый, абсолютно каждый день, выходя на улицу, я видел ее. В подъезде всегда сидела бабушка. Сколько я себя помню, она была там всегда. Всегда, совершенно всегда. Я здоровался, а она молчала. В детстве я даже не замечал этого, просто здоровался. Став старше, я делал это уже на автомате. «Здравствуйте» и топал по делам. Иногда она даже головы не поворачивала, изредка смотрела вслед. Знаете, что странно? Всегда одна сидела. Обычно же как? Собирается толпа бабулек, сидят, общаются. А та одна. Я даже думать начал, может, она какая-то не такая. Хотя нет, вру. Сидели как-то на соседней лавочке бабушки, но они будто не видели ту, о которой я говорил. Сидят, общаются, не взгляды на ту сторону, словно и нет никого там. Ну да ладно, дело, в общем-то, не мое. Шло время, я рос, поступил в университет, родители переехали в загородный дом, а я тут. Но одна вещь не менялась. Здравствуйте. И еще, будто сама бабуля не менялась. Вот какая была лет 15 назад, так и осталась. Или кажется. Да нет, не бывает так, бред какой-то. Зачем я все это рассказываю? Пару дней назад я, наверное, первый раз за 15 лет забыл с ней поздороваться. Очень спешил на учебу. Обратно я возвращался с друзьями. Договорились, что посидим у меня. Подумал, вот сейчас и поздороваюсь. Как всегда, сидит на своем месте. Здравствуйте. Шагов за 15 здороваюсь с ней, вот только... Ребята, что шли рядом, смотрят на меня ошалелыми глазами. «Это ты кому?» «В смысле? Ну с кем поздоровался? Тут же пусто». «Как? Вон, бабуля сидит». «Ты это шутник или что? Никого тут нет». «Да как?» И тут я осекся. «Никого?» «Нет, бабушки. Вот только же тут сидела». «Как?» «Может, переутомился?» День прошел быстро, я очень устал, лег спать пораньше. Не знаю, сколько было времени, но разбудило меня чувство, будто кто-то смотрит на меня пристально. Неприятное чувство, знаете ли. Проснулся, кручу головой. Вроде бы нет никого. Странно, чувство никак не хотело отпускать меня. И тут сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Там, в дальнем углу, у дверей, бабка та сидит. Реально, сидит бабушка, которая вечно сидела у подъезда, в моей квартире. Как она... Извините... «Как вы?» Сидит, смотрит молча на меня. «Бабушка, может, замечаю, как уголки ее губ поползли вверх. Я обливался ледяным потом, сердце колотилось бешено». «Ну, здравствуй». Ее лицо охватывало все более безумная улыбка. Кажется, я вырубился. Проснулся утром. Никого. Думал, сон. Однако же, следующей ночью она опять появилась. И следующий, и... Рассказываю вам, чтобы не сойти с ума окончательно. Она появляется каждую ночь. Мне кажется, с каждым разом она все ближе и ближе. 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 Ближе.